С 1 января этого года в детских садах нашего города поднялась оплата за питание. В соответствии с постановлением Акимата области цена выросла в общем на 500 тенге в месяц. Подорожание небольшое, отмечают специалисты, примерно на 2%. В прошлом году изменения были серьезней. Тогда питание для детсадовцев выросло сразу на 2000 тенге в месяц. В прошлом году для детей до 3 лет стоимость была 17 690 тенге, а для детей старше 3 лет 20 880 тенге. А в этом году во всех организациях цена выросла на 500 тенге. Тогда для детей до 3 лет это составит 18 190 тенге, а для детей старше 3 лет 21 380 тенге. В настоящее время в городе работает 26 государственных и 46 частных детских садов. Цены выросли и у тех, и у других. Основная причина – рост цен на продукты питания, которые по некоторым позициям серьезно подскочили в цене. Как отмечают представители ясли-сада номер 13 Кустаная, у них родители уже предупреждены о повышении цен. Здесь малыши едят 5 раз в день. На кухне стараются, чтобы пища была здоровая и сытная. На завтрак подается чаще всего каша, сыр и масло, а на обед – супы и мясное второе. Цены на это питание рассчитываются, исходя из посещения ребенка садика. 21 380 тенге – это цена на детей старше 3 лет. То есть эти же деньги, 21 380 тенге, будут распределены на дни посещения ребенком детского сада. То есть, если с учетом 5-дневной рабочей недели, 20 рабочих или же 21 рабочий день и выходных дней примерно 6 дней, у нас выходит, стоит питание в день примерно 1200-1300 тенге. При этом, как отмечают специалисты отдела образования, отдельные категории дошкольников, то есть дети, инвалиды и сироты, получатели адресной социальной помощи, дети из многодетных семей получают бесплатное питание за счет бюджетных средств. В Кустанае это сейчас 1628 малышей. Если же у родителей возникают вопросы по льготному и бесплатному питанию, то в отделе образования города рекомендуют обращаться для решения их напрямую к ним. Алексей Краснов и Татьяна Калюжная, РТН.